Что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать. Желают знать, что будет. За 10 минут до выступления творческий коллектив репетирует песню. Волнение велико, ведь в зале собралось несколько сотен зрителей. И нужно не упасть в грязь лицом, презентовать свой родной Кошкинский район на высшем уровне. Программу выступления решили посвятить году российского кино. Песни из фильмов знакомы и любимы всеми. Ну, вообще, мы оптимистичный народ, так скажем, да? И хотелось бы, чтобы вот проярчить на сцене, оставить такое хорошее, положительное впечатление. Вот. Ну, а вообще, это задумка режиссера. Мы подбирали номера из кинофильмов. Песни из кинофильмов, из известных. Кошкинский район соревнуется сегодня с отрадным и Жигулевском. На суд зрители привезли свои лучшие номера. Здесь и песни, и танцы, и миниатюры. Все посвящено истории развития района. Художественная самодеятельность. Самодеятельность – это люди, которые из глубинки, из России, из народа, которые несут характер этого народа, черты этого народа. Конечно, рожденные в сердце России, и мы в своих номерах это и показываем. Концерты проходят каждый понедельник. Фестиваль «Рожденные в сердце России» продлится до 12 декабря. Марьяна Мирная, Станислав Левин. События.